Спайси и сохрани, меня зовут Александр Форсайт, это Амиран, это Суслик, и сегодняшний выпуск моей субъективной передачи, а сегодня субъективное мнение нас троих вы услышите, будет целиком и полностью посвящен тематике фильмов Тарантино. Потому как вопрос, один из вопросов, заданных под предыдущим выпуском, звучал как «Составьте свой субъективный топ фильмов Тарантино». И обоснуйте. Мы решили, что почему бы не пригласить третьего участника, который сейчас задумчиво уставился в свою бутылку пивка. Это не реклама. Ой, мы его пригласили. И сегодня все вместе обсудим фильмы Тарантино. Ну и начнем, пожалуй, с тебя, Амиран. Расскажи, пожалуйста, какие фильмы Тарантино ты считаешь самыми удачными, какие самыми неудачными, и обоснуй, так, почему. Топ-3, да? Топ-3, топ-5, как хочешь. Просто все. Да, просто расположи. Начнем с неудачных. «Доказательство смерти». Я посмотрел его, я не понял его, я больше не смотрел его. Мне он сюда не понравился. Я, кстати, даже не смотрел его. Там про каскадера Майка, его крутую тачку. Но это был совместно снятый фильм, погромче только говори. Это был совместно снятый фильм, насколько я знаю. Да, ну вроде как. Угу. С этим, с Родригесом. Ну, все дело с Родригесом, да. Ладно, из любимых это, наверное, ну, не по порядку там. Они все одинаково любимы. «Криминальное чтиво», «Четыре комнаты», «Джанго». И это ты не в порядке, потому что они одинаково тебе нравятся. Да. А «Убить Билла» что об этом скажешь? «Убить Билла» — это отдельный жанр, я считаю, вообще. Это такой слэшер, но при этом с умом. Это все. Да, пожалуйста. «Убить Билла» — это отдельная история кинематографа. Понятно. И я не могу сказать, что он мне, кстати, супер очень нравится. Он просто очень крутой, очень забавный, цепляющий, но... При этом он, ну, на другом уровне, нежели «Бешеные псы», «Криминальное чтиво» и так далее. А в целом, охарактеризуй, что для тебя Тарантино? Тарантино. Это в первую очередь очень много крови. И все кровь, жестокость, насилие бесконечное, беспорядочное и непринужденное. И при этом все это сдабривается порцией великолепных диалогов и охуительным саундтреком. Роман! Так, ну, тут на самом деле достаточно сложно как-то распределить все по топам, но для меня на первом месте будут, наверное, мешаться «Убить Билла» и «Криминальное чтиво», потому что «Криминальное чтиво» — это вообще шедевр, придраться не к чему даже, все просто на высшем уровне, а «Убить Билла», ну, может быть, там и есть что-нибудь, какие-нибудь захерочки, но, во-первых, я их не заметил, во-вторых, ну, фильм достаточно культовый, в общем-то. Вот именно «Убить Билла» — культовый фильм. Ну, в общем-то, почти все фильмы Тарантино культовые. Но вот «Убить Билла» — это прям такое эссенция такая, вот, тарантиновская. Да-да-да, как бы сказать, выжатый Тарантино. Да, прям вот все, вот он всю душу вложил в две части фильма. Вот. А на второй строчке располагаются, наверное, ну, деля эту строчку, «Джанго» и «Бешеные псы». Ну, «Джанго» хорош чем? Тем, что, во-первых, стилистика вот эта, можно сказать, даже спагетти-вестерн, наверное, просто чётенькая вообще. Еще и негр в главной роли. Джейми Фокс. Да. Но я скажу, что Кристоф Вальц в «Джанго» импонирует мне куда больше. Да, Кристоф Вальц — это тоже такое. Везде, где есть Кристоф Вальц, это шедевр. Ну и, конечно же, такие трэшовые моменты, типа падающий труп перпендикулярно выстрелу и эпичные взрывы там, где ничего трупа не отлетает. Это, я считаю, это шедевральный гэг. Да, то есть гэги голливудские за недавнее время, заметьте, скатились к свистению и пердению разными частями тела, и типа вот это позиционируется как самое смешное. А вот же смешно, просто верти на члене законы физики и ты прекрасен. А «Бешеные псы» почему в разрочке? Ну, во-первых, стоит заметить, что фильм снимался чуть ли не в одной комнате весь, и получился он весьма... динамичным, да. Да, сюжет просто с заворотами, переворотами, так еще и... окончание, собственно, фильма остается только вот... А, актерский состав. Да. Это само собой. Всех, по-моему, почти во всех фильмах, в общем-то, актерский состав у Тарантино выдержался нормально. Да. Ну, так, если посмотреть. Я не смотрел там всякие четыре комнаты. Ну, кроме «Доказательства смерти», ебаный. И «Доказательства смерти» тоже не смотрел. Вот я говорю, что смотрел. Вот. Ну, в общем-то, все, первые-вторые места, получается. Ну, да, все остальное дальше. Ну, что тебе не нравится, Тарантино? Не нравится? Я даже не знаю, ничего такого, чтобы мне прям очень не нравилось, нету особо. Ну, а теперь, наверное, мое мнение. Я не буду ставить по два фильма на одну строчку, я, пожалуй, расположу в том порядке, в котором они мне нравятся. На первом месте «Криминальное чтиво» по тем же самым причинам ровно, которые назвал Суслик, потому что, ну, это действительно шедевр. Это, я считаю, ну, если не номер один, то уж точно в пятерке лучших фильмов всех времен и народов.
Это потрясающее кино, многослойное, и оно и философское, и юморное, и экшон, ну, в общем, ничего не скажешь. Потом идут «Бешеные псы», потому что я считаю это эталонным мужским кино. Я считаю, вот этот фильм, а если уж вспомнить, как он снимался, что его снимал Тарантино, никому неизвестный, непонятый, без денег, шедевр. Опять же, уж начальная сцена, в которой все подтитры идут под Little Green Bag, это самая гангстерская сцена в истории кино, мне кажется, даже... Ни одна сцена из «Крестного отца» не может похвастаться таким колоритом, как вот эта сцена. Потом, пожалуй, идет «Убить Билла», просто потому что очень кайфово. И очень с небольшим отрывом от него идет «Джанго». Потом идут «Бесславные ублюдки», которые, я считаю, недооценены, но при этом вот отличная задумка, которая не получила должного развития. Вот у Тарантино немножко не получилось, он не дотянул. Я поэтому и не упомянул, я даже не вспомнил «Бесславные ублюдки», где-то на третьей ступени. Да, «Бесславные ублюдки» вот занимают следующую ступень. Они хорошо сняты, хорошо сделаны, но... Ну, чего-то не хватает, да. Вот, не хватает вот духа Тарантино. Такое ощущение, что это снял кто-то другой. Я тоже сначала подумал, что кто-то другой. Я вспоминаю, по-моему, слишком мало бессмысленного насилия. Да, единственное, что там было прекрасно, это саундтрек, никто не поспорит. Саундтрек, который еще, кстати... Кстати, ну, вальс, опять же. Но вальс сыграл все-таки какую-то роль такую, где... Вот его харизма раскрыта в «Джанго» больше. Да, конечно, но полковник СС все равно у него получился отличный. Но вот что я вам скажу, что вот не упомянули мои товарищи, что вот саундтреки у Тарантино всегда не вызывают никаких нареканий. Саундтрек и подбор актеров всегда, ну, просто перфекто. Хотя вот в «Бесславных ублюдках» те же мне немножко мешал слащавый и... гламурный Брэд Питт. Боже, да. И мне дико мешало, что в титрах ровно после ролей гигантская надпись «Одежда Брэда Питта предоставлена Армани». Очень стыдно. Очень стыдно, если вспомнить, что Тарантино всегда был против рекламы в фильмах. Он даже придумал, насколько я знаю, свою марку сигарет. И в каждом фильме, в котором кто-то курит, это сигарета какое-то там яблоко, которое он сам придумал. Ну, а потом уже идут вот эти вот его неудачные Джеки Брауны, «Доказательства смерти», которые мне совершенно не нравятся, я даже говорить о них не хочу. Но в целом, я думаю, никто со мной не поспорит, что Тарантино гений, и его вклад в современный кинематограф невозможно переоценить. И ждем новых шедевров. Кстати, какие у кого прогнозы по поводу «Счастливой восьмерки», да, называется фильм новый, или как? Отвратительная. Что отвратительная? «Отвратительная восьмерка». Отвратительно, смотри, как ему лайки. Я даже не в курсе, о чем вы. Да, смотри, новый фильм Тарантино, который он снимает с аллюзией на «Великолепную семерку», которую мы с тобой видели. А, вот как. Да, конечно, ну ты думаешь. «Великолепная семерка» — это какая-то отвратительная или какая-то не такая восьмерка. Восьмерка, на самом деле. То есть он опять, скорее всего, ударится в вестерн. Скорее всего, опять спагетти вестерн, потому что там он уже чувствует себя, он там развернулся. Вот, я не делаю прогнозов, потому что я в фильмах, которые я очень жду, я стараюсь не разбираться до премьеры. Просто я даже не читаю описание. Я даже трейлер не видел. Вот. И когда он выйдет, я даже его не стану смотреть, потому что я хочу посмотреть фильм. В смысле, логично. Когда выйдет трейлер. Я думаю, когда выйдет фильм, я даже не буду его смотреть, чтобы не разочароваться. Буду сидеть и думать, какой же фильм охуенный, но я его не посмотрю. Мало ли, вдруг нет. Да. Да, вдруг он окажется фуфлом просто. Ну так «Хоббит» смотреть надо было. Кстати, да, вы же в курсе, что Орландо Блум решил снять свою порно-версию «Хоббита». Простите. Орландо Блум заявил в эфире одного американского канала, по-моему, TBS или что-то в этом роде, что будет снимать порно-версию «Хоббита». There will be a tantric sex GoPro porno version of the Hobbit. It's fantastic. Listen. Low-budget movies that make lots of money. Почему нет? Я крутой актер, которого все знают, и малолетние девочки на меня фапают. Почему мне не снять порно-версию неудачного фильма и сделать ее реально удачной? Бильбо, ты должен пробраться в одинокую гору. На страже дракон верность. О! О, Гэндальф вместо посоха будет... Помните этого в третьей части? Будет не Око Саурона, а... Шоколад. В третьей части «Хоббита», если помните, был такой гигантский орк, который разбежался, вдолбался в стену и умер. Да. Это будет не стена? Это будет не стена. А и не орк, да? И не орк. А какие там эти черви, землееды? Ой-ой-ой, это ж прям сколько простора для фантазии. Вообще просто. Я надеюсь, что наконец-то мы увидим, как трахаются гномы.
Потому что это всегда оставлял очень большой вопрос. А если вы помните, берут и трахаются. В «Властелине колец» было упомянуто, что женщин-гномов очень часто путают с мужиками, потому что у них борода. Да. И вот это мне интересно, кстати, знаете, бородатых женщин я видел. Например, в 4-м сезоне «Американской истории ужасов» была бородатая женщина. То есть их я уже видел, но вот как они трахаются... Ты просто в Грузии не был. И на этой оптимистической и немножечко интернациональной ноте мы закончим этот потрясающий выпуск нашей субъективной передачи. С вами были Амиран, Суслик, Александр Форсайт. До следующего выпуска. Спайсы сохрани.